В Уфе общая задолженность по оплате взносов за капитальный ремонт составляет 608 миллионов рублей. Хотя в прошлом году собираемость из-за пандемии снизилась. В целом за 7 лет действия программы она выросла с 52 до 99,5%. Об этом сообщил генеральный директор регионального оператора капремонта Павел Сафонов. По его словам, с 2014 года на должников подано в суды свыше 37 тысяч исковых заявлений на общую сумму 408 миллионов рублей. По ним уже взыскано без малого 300 миллионов. Руководитель организации также рассказал о планах на текущий год. Так запланировано выполнить 406 видов работ по капремонту в 380 домах на сумму 1 миллиард 900 миллионов рублей. Это ремонт кровли, фасадов, внутренних инженерных систем, замена лифтов и ремонт подъездов. Мы уже в прошедшем году провели обследование объектов, разработали проектно-сметную документацию, провели конкурсные процедуры и на сегодняшний день заключили договора подряда. Это позволило нам в более ранние сроки приступить к выполнению строительно-монтажных работ, которые можно проводить в зимний период времени. По состоянию на 8 февраля текущего года в 30 домах выполняется работа по капитальному ремонту. По итогам 2020 года в Уфе капитальный ремонт проведен в 576 домах, выполнено 644 вида работ. Два дома исключены из плана, так как признаны аварийными.